Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Кунти АДС, он вчера успешно стартовал. И в этом видео я хочу показать вам, друзья, как ставить бонусную рекламку. Так как нам на предстарте дали 20 тысяч рекламных кредитов баннерных. 125 на 125. Давайте кликнем сюда. Ну, здесь читаем мы как бы эту всю информацию. Как ставить рекламку. Сюда, ну, у каждого есть что рекламировать. Ну, нужен баннер. Так, ссылочку сюда вставляем, а сюда баннер. Значит, я буду свой проект рекламить, который вот у меня находится на предстарте. Сюда вставляю ссылочку на сайт. Вставила. Так, сюда баннер. Я делала свой баннер. Он у меня, естественно, в загрузках. Так. У меня загрузки. И вот мой баннер. Вот он. Мой баннер встал. И нажимаю загрузить. Ну и все. И вот люди будут здесь, если мы переведем на русский язык, один число, баннер, впечатление, это сколько просмотров. Здесь будут отображаться клики и статус. Вот. Ну, я так понимаю, он должен пройти модерацию, возможно, а возможно и нет. Вон, даже можно обновить страничку. Ну, пока еще нет. Значит, возвращаюсь в панель управления. И где наши баннеры будут показываться. Вот здесь внизу, друзья. Видите, идет рекламка. Вот этот скамный рекламит кто-то. Зачем это делать? Вот. Далее что? Еще хочу сказать, друзья, по поводу просмотра заработка. У меня было не просмотреть видео. Можно, когда я вот это видео просматривают, у кого, наверное, куплено членство. Вот. Когда будет видео, можно кликнуть или по баннеру, потом возвратиться. А еще у меня совсем с головы вылетело, друзья, что вот наши расширения, они бывают влияют на просмотры. Мне вот добрый человек написал, что именно ADV Profit как бы не дает просматривать. Вот я его отключила, и я преспокойно просмотрела рекламку. Далее, смотрите, у меня VIP-рекламка какая. Далее, 40 сатох. Смотрите, визит. 180 секунд. Поставлю на паузу, друзья, потом продолжу. Рекламку просмотрела, кликаю капчу. И смотрите, мне, я вам говорила, 40 сатох и 81 сатоша с хвостиком мне зачислилось. Вообще шикарно. Вот. Ну и также вполне возможно, что будет рекламка появляться в течение дня. Потому что мне было просмотрено, и вот она появляется помаленечку. Вот, кому интересно, присоединяемся. Проект, конечно, суперский. Пошли уже выплаты. Люди начали выводить помаленечку. Вот. Ну, кто по минималочке. Как бы все это в биткоин-сатошиках. Ну, конвертируется в доллары. Если не на криптокошелек. Вот. 28 тысяч выводили, по 3 тысячи, как я уже сказала. Минимальный как бы вывод на Pair 3 тысячи биткоин-сатошиков. Это конвертируется в доллары, я уже говорила. Ну, в принципе, на этом все. По выводу я буду писать отдельное видео. Я чуть позже запишу. Вот, не сейчас. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.